Так, а на рейде я туда не добегу. А эта земля уже ничейная получается, да? Провинция Стирлинд, руины. Ну, я денег с нее не получу. Я, короче, к Налну подхожу. О, нихуя! Я в засаду попал от Карла Франца, чувак. Карл, ну, да, ты знаешь, торопись. С кем деремся? Карл Франц? Ну, ты сейчас увидишь, что там за бой. Давай примем бой, пойдем, пойдем. Тебе сейчас понравится, блядь. Ты понимаешь, что там какой-то Людвиг Хуюдвиг, блядь, Роксбургер, блядь, и Карл Франц. Все, блядь! Или подожди, или у них там реально дохуя чуваков, может быть. А мы типа не знаем, да, сколько их? У него там дохуя чуваков, потому что я видел, как он из Альдорфа туда бежал, в сторону Нульна. Блядь, слушай, теперь надо бой дать. Но у нас есть эти, блядь, у нас есть Минотавры, так что как-нибудь разберемся, блядь. Пизда рулю, это плохо. Я в начале и в конце колонны поставлю цугоров, просто чтобы они нам время выиграли. Ну, они в любую сторону смогут ударить, блядь. Это, конечно, косяк. Копейщиков и горов я, наверное, себе оставлю. Они меня будут стрелков прикрывать, короче говоря. Я так понимаю, что мы сейчас перестраиваться будем на ходу, чувак. Шон, может, побег дипломатии? Давай писты каждый может. Ну, блядь, здесь бой с дипломатией невозможно, блядь. Шон, а стрим будет по Dead by Daylight? Вы, кстати, не думал об этом еще. Не знаю, может быть. Ебать, да, давно не играл в Fire Warrior. Пойду куплю видяху. Да, опять Last Stand. Только теперь у нас Last Stand. Я попал в засаду, к сожалению, блядь. Бля, не дай бог, у них две армии будет против моей одной. Это же пиздец. Здорово, бог Грифонов, добро пожаловать. Какая дипломатия, если ты зверолюд и еблет, у тебя не очень приветственно. Еще ты говном пахнешь, блядь. У тебя на шерсти говно засохшее, на рогах говно, руки в говне, копыта в говне. Очень прикольная, блядь, аудиенция. Прикинь, ты к Карлу Францу приходишь переговоры вести, будучи зверолюдом. А там вот это ковры и вся хуйня. О, тут катсцена показывается, кстати. Смотри, Моргур ведет всю хуйню. О, блядь, чувак, давай, принимай людей. Ты поставь на паузу и давай распределим всё. Давай, давай, ща, поставил. Так, это тебе. Значит, давай, это тоже тебе. А, у нас еще камера, видишь, фиксированная, мы не видим нихуя. Теперь надо думать, короче говоря, что нам, как нам быть. Моргур мой будет. Нас, смотри, сразу же чаржит Риксгвардия, причем именная. Осторожнее, вот здесь ебаный кошмар, блядь. Горы с щитами, блядь, они сейчас так выхватят, эти горы с щитами. Пиздец, алебарды, блядь, вся хуйня. Короче, знаешь, что делать, чувак? Я пожертвую горами с щитами. Вот здесь формируем вал оборонительный, вот тут, видишь? Да. Я перестрою копейщиков, короче говоря, и дам время, чтобы твои пацаны развернулись для контратаки, короче говоря. И хуй с ними, с горами-щитоводами, я буду уводить сейчас этих, буду уводить Моргура, просто он будет убегать. Горы-щитоводы, похуй, жертвуй ими, вот как хочешь вообще их прям, просто максимум постарайся сдержать этих пидорасов, пока я перестраиваюсь. Понял. Я сейчас буду, блин, да, пиздец, мы попали, блядь, с тобой, конкретно, блядь. Конкретно попали. Сразу один отряд надо выделить на пистолетчиков. Уже кавалеристов перенаправляю. Да-да-да, кавалеристы уже сразу побегут туда. Этот пойдет их чаржить, блять. А тут ударит по вот этой. Вернее, он вот так сделает и ударит сразу сюда. А этот пойдет сюда. Просто через shift можно давать несколько команд. Это удобно. Так, а эти ребята будут отрабатывать по еще вот этой фрикомпани, блядь. Так, с этим все понятно. Стрелков сразу перестраиваю сюда. И перестраиваю копейщиков сюда. Моргур будет убегать сразу же, блядь. В общем, горы с щитами, можешь их жертвовать как хочешь. Главное, дай нам время, блядь, чтобы просто перестроиться, да. Я понял. Быками я закажусь с фланга им. Да, да. Ближе к тылу. Смотри, там и вторая армия, блядь. На холме стоит тоже. Ну, она далеко, она долго до нас будет добираться, блядь. Кстати, люди советуют нарисовать святой Пипиндр, который победу приносит, блядь. Вот, поэтому точно. Сейчас я силой слонеш армию сейчас вот, блядь, нахуячу. А какие, интересно, приносят молитвы, блядь, эти слонешиты, блядь? Хуй пизда, хуй пизда, хуй пизда. Вот, отлично, все. Вот теперь мы точно победим.
Я сейчас большой нарисовал. Вот. Хуй с пиздой. Вот, видишь, тут пизда еще есть. Все. Но мы победим. Теперь, как бы, вариантов проиграть нету, блядь. Да. Ну что, в бой? Давай, ебашим. Моргур, отходи, Моргур, отходи. Моргур успел уйти. Я сейчас его отлично на Карл Франц кину. Пидор убегает от меня. Петух, блядь. Кавалерия твоя нужна, чтобы стрелков фокусить. Уже. Уже этим занимается мужик. Они, блядь, они пешком пошли у меня. Мудаки, сука. Вперед, блядь. Моргур гонит Карла Франца. Нормально, пока хорошо принимаем. Все пока четко у нас идет. Ебаные кавалеристы, пидорасы, блядь. Ну давайте, хуесосы, блядь, отведайте нахуй силы Моргура, пидики. Слушай, а горы, по-моему, не так сильно даже и выхватили, да? Которые впереди стояли. Да, щитоводы. Более-менее держатся. Так, у меня отродье вырывается. Все, я их в клещи взял. Да, вижу. Сейчас я одну пачку копеечков выделю. У меня Моргура окружили, блядь, эти латники ебучие. Здесь мы добиваем Free Company. Сурово, блядь, топчем. И вот эту толпу мы сейчас тоже захуярим. Так, я пока что выделю поближе цигоров, пусть они Карла Франца распидорасят. Да, давай. Ну, блядь, кастуй, ёб твою мать. Блядь. Ну колдуй, блядь, давай. Сука, у него маленький радиус этой хуйни. О, есть! Спаунов призвал. Ну, призвал спаунов, блядь. Давай, призывай спаунов, заебал. О, пошел костить. Держи! Не могу этих спаунов тебе отдать. Похуй, ладно, сам с ними разберусь. Спауны, да, не отдаются. Команду ими, ничего страшного. О, ты горами перехватываешь этого Франца. Красавчик. Блять, уходи, Моргур, ёпта, уходи, блять. Сука, уходи оттуда. Так, надо Рейхсгвардию срочно закатывать. Да я, блять, пытаюсь, блять. Сейчас я всех туда кину на нее. Бля, горы, уходите нахуй. Вы чё, блять, ну-ка назад. Блять, у меня одну пачку центигоров разбили, блять, я за ней не уследил, блять. Сейчас разберемся, короче. Слушай, а Франц то у меня, блять, разбил, блин, горов. Нихуя себе он. Да, он тащит. Охуевший, блять, бабкин внук. Бля, эти Рейхсгвардия тоже не мрет, блять. Спасибо за подгон, потом посмотрю, пацаны, полный ебать. Шон, возник вопрос. Сейчас тут бой. Как, кстати, актерам озвучки? На него обучают. И есть какие-либо советы по этому поводу? Я не учился. Пизда тебе в помощь. Любой драм-кружок тебе как бы на пользу пойдет по-любому. Вот, и... Слушай, давай потом этот вопрос мы с тобой обсудим. Не сейчас, немножко сейчас неудобно.
Бля, Франц насмерть просто стоит, ты посмотри, блядь. Так, Сантигор, уходите. Он закончился. Все, блядь. Мы ебнули Франца, блядь. Заебочек. Все, и побежали. У них они посыпались, блядь. Так, надо перестраиваться для второй волны. Вторая волна идет, мужик. А, линия тут. Перестраивайся. Ты по флангам втыкайся. И приготовься, блядь. Начинается горами их встречать. Да. Там колонны. Понял. Да, начинаю обстрел. Алибардистов, да. Прям вот я их и фокусю уже, алибардистов. Есть работа, которую ты озвучил? Нет, мне деньги просто так дают, блядь, за красивые глаза. Конечно, есть, блядь, что за вопросы, блядь. Я потом все покажу, ребят, не сейчас. Сейчас очень потная катка, блядь. Ну и, конечно, да, через постель надо привыкать, как бы, давать в жопу всем. Шон, попробуй кентигорами вот этих вот мушкетерщиков, пистолетчиков убить. Я боюсь, что они развернуться могут, у них мораль растет. Понял. А сейчас уничтожу их. Да, они разворачиваются, да. Там достойную встречу, блядь, пытаются организовать цигоры. Пока что еще и продвинуть не получается. Спасибо за подгон большой, Свинус. Спасибо, мужик. За ТАУ точка во имя большого добра. Сейчас я туда нахуярю, блядь, спаунов. Горы косят, пиздец, блять, как. О! Здравствуйте, у нас тут армия спаунов, блять, нарисовалась. Бля, быка убери, ты чего? Не надо одного быка посылать назад. Спокойно, блядь. Да я хотел только погнать этих самых стрелков и все. Так. Стрелками по алебардистам работай, встречаем их. Понял. Есть. Сейчас мне надо реформ сделать. Меня слишком далеко убежали стрелки. Я пока что их связал, их основную, этот, ну, спаунами бесплатными, короче. Да, я вижу. Сейчас буду работать кавалерией. Короче, слушай... Забери унгоров себе, мне некогда. Я буду сейчас сосредотачиваться на стрелках и кавалерии, блядь. Я больше просто толку от меня будет, блядь. Давай. Да, приглашение в конфу будет, Свинус. Напиши, пожалуйста, в чатик после боя. Очень потная катка, брат. Пиздец, там им спауны, блядь, раздали, пиздюлей вот эти вот. Все, блядь, топчи их нахуй. Догоняем, добиваем. Бля, их, просто блядь. Ебашим этих мудаков, блядь. Хорош, блядь. Слушай, ну по идее мы проебать были должны, блядь. Что против нас вышло, как бы, да. Но мы их так вообще, блядь, развернули, блядь. Заебок. Да, заебок. Отличный бой получился. Ну мы просто хорошо сориентировались, блядь. Четко все сделали, блядь. Кстати, про паузу я вот, ну, что-то не задумался бы, бля. Я бы на ходу бы все, бля, делал, но мы бы просто потери бы куда более серьезные понесли. А что с этими, с горами случилось? Так понимаешь, что они, ну, сильные потери понесли, но, в общем-то, все живы. Ну, в том плане, что отряды есть все, да, три? Или два? Есть все, да. Нихуя все, себе. Все три. Никто не. Они просто героически сдерживали всю хуйню, пока мы перестраивались, блядь, это вообще... И эта битва войдет в аналы. В аналы всех имперских курфюрстов, блядь. Точно. Да, это точно, блядь. Имперцы, конечно, не ожидали такой хуйни. Явно, блядь. Ну, они просто в себя поверили, причем зазря. Ох уж эта фраза, блядь. Да, в себя поверили, блядь. Спауны бесплатные, так вообще там нормально, блядь, замесили всю хуйню. Я очень приятно.
Охуенно могёшь, умеешь, практикуешь. Мне тоже понравилось, блядь. Да. Затащили. Нам просто за орков с Тёмой не везет, а так мы вообще тащеры еще те, блядь. Я напоминаю, что мы как бы игру, блядь, на вере харде проходим. Еще не загружались ни разу, кстати. О, блядь, бык, бык догоняет. Пиздец. Ты видел, он их на рога прям насаживает? Да. Сурово. О, чувак, блядь, без головы остался. Бедный. И тебе в анал. Окей, рядовой Цигор, пройдите на минуточку. Чего тебе нравится? Он головой бьет, рогами ты имеешь в виду? Когда он кувырок делает. Да, он прям в них прыгает, да. На самом деле в мире ФБ неплохо быть вот такой хуйней, как Горбул, блядь, тебе не кажется? Ну то есть редкое существо в этом мире тебе сможет что-то, блядь, сделать. Нехорошего, блядь. Да. Да. Пиздец. Ну это все, мы уже больше не догоним, в принципе. Бессмысленно. Legendary Very Hard в скобках, да. Он самый. Ну, в общем, так и есть, просто мы можем теоретически и записываться, и загружаться. Пиздец, они выхватили. Их было больше на косарь. Почти. На 800 их было больше. Бля, бык 149. Посмотри на Центигоров. 308, блядь, Карл. Да. Ну, кавалерия это мое просто. Так, пополнить на 7%. Да, сожрать пленных, блядь. Спасибо, Свинус. Слушай, я после стрима отвечу обязательно. Я сейчас...